Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новое видео. В этом видео покажу, как я собирал подарки через Хэллоуина на Amazon Holyplay. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holyplay. Итак, всего добавили 31 подарок, но я не нашел все подарки, потому что их довольно-таки неплохо спрятали и полного списка как бы у меня не было. Я собрал всего лишь 25 подарков. Но я думаю, это тоже хорошо, поэтому, пацаны, не ленитесь, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте постараемся набрать на это видео 300 лайков. Все, желаю вам всем приятного просмотра и желаю вам всем выбить хорошие призы из подарков. Итак, первая тыка у нас находится в городе Южном, возле казино, точнее на казино, вот в этом месте. Вот у нас казино здесь находится в Южном, возле башни Останкино, и вот здесь находится подарочек. Следующая тыква находится возле вокзала Южного, точнее даже на поте 8 бит, вон там 8 бит, и здесь за забором находится у нас подарочек. Итак, следующий подарок находится тоже в Южном, напротив АЗС, которая находится возле ТРК, вот здесь в парке, возле аттракционов, так сказать, лежит подарочек. Итак, следующий подарок находится также в Южном, на кладбище. Здесь раньше вот старые водолазы были, вон там вот. И, в принципе, вот здесь на кладбище в конце находится у нас подарок. Следующий подарок также находится в Южном, возле депо. Ну, точнее, даже возле особняка. Вот здесь находится на платформе подарочек, в принципе. Следующий подарок находится в Южном, грубо говоря. Вот второй выезд из Южного, здесь мост есть. И вот где колонна, сюда забегаете, залазите. Следующий подарок находится также недалеко от Южного, в водичке, так сказать. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Давайте по карте покажу. Ну, короче, вот здесь, вот Южный, и вот здесь в воде находится, короче, подарочек. Вот. Следующий подарок находится также в Южном. Вот здесь разгрузка находится, ну, точнее, напротив 8 бит, на крыше находится подарочек. Следующий подарок находится в Горелии, где раньше была подработка, между ангарами. Вот, забегаете между ангарами, и здесь, как бы, будет подарок. Следующий подарок также находится в Горели, только чуть дальше. Давайте вам на карте покажу. Ну, короче, вот мост начинается, и вот здесь в поле лежит, получается, подарочек. Итак, следующий подарок у нас находится, получается, на шахте, где покупать металл только вот за этим контейнером. Следующий подарок у нас находится в Батырево, возле фермы. Вон там находится ферма, вот там 24/7, вот здесь домики и возле школы. Точнее, за школой находится у нас тыква. Итак, следующий подарок находится возле ОПГ Солнца, который находится в Батырево. Вот здесь в водичке, короче. Ныряете и забираете просто-напросто подарочек. Итак, следующий подарок находится также у нас в Батырево за администрацией области. Вот здесь администрация области, у них здесь парковочка, стоят машины. И за вот этими гаражами, на которые я залез, находится у нас вот здесь подарочек. Итак, следующий подарок у нас находится также в Батырево, где загрузка и разгрузка для бочков. Ну, я думаю, все понимают, где это находится. Здесь вот три ангара, вот въезд есть. И за вот первым ангаром, получается, находится у нас подарок. Итак, следующий подарок у нас находится недалеко от заправки Батырево. Вот здесь заправка находится, и вот здесь у нас находится тыква. За вот таким вот домиком, в принципе, за зданием. Итак, следующий подарок у нас находится также в Батырево, но в парке аттракционов. Как бы вот есть парк аттракционов, и здесь в углу находится вот подарочек. Вон там есть всякие качели, вот аттракционы, в принципе, и вот здесь в углу находится у нас подарок ближе к МЧС. Итак, следующий подарок находится у нас тоже недалеко от Батырева. Вот такой вот железнодорожный мост есть. Тут рядом еще ФСБ. И вот здесь, возле этого камня, возле воды, находится у нас, в принципе, подарочек. Итак, следующий подарок у нас находится уже, получается, в Арзамасе, недалеко от спавна. Здесь вот такая клумба есть. И вот здесь, на крыше вот такого домика, находится у нас, в принципе, подарочек. Ну, я думаю, место понятное, в принципе. Здесь еще раньше была пиротехника когда-то. Следующий подарок находится также в Арзамасе, но уже на базе для бочков. Возле въезда. Вот здесь въезд, и вот здесь на контейнере находится, в принципе, подарочек. Следующий подарок находится также в Арзамасе, где стадион. Здесь за стадионом есть только вот пещера. И вот здесь, в принципе, у нас находится подарочек. Итак, следующий подарок у нас находится также в Арзамасе, возле Рублевки. Вон там Рублевка Арзамаса, и вон там в воде находится у нас, в принципе, подарочек. Итак, следующий подарок находится также в Арзамасе. Здесь еще раньше были грузчики. Вон там находится русская мафия недалеко. Вон там находится еще ППС. Вон там ППС находится, и за ППС вот на крыше находится, короче, подарок. Итак, следующий подарок у нас находится также в Арзамасе.
возле администрации бывшей. Возле, так сказать, парка вот такого маленького находится подарок. Блин, я не знаю, как вам объяснить, тут еще недалеко есть, короче, ОПГ. Вон там есть ОПГ, короче, вот здесь на крыше находится подарок. Вот, ориентируйтесь просто по этому зданию.